Здравствуйте, коллеги! Вновь ProDexpo 2021 в эфире. И у нас новый спикер. Представьтесь, пожалуйста, и какую компанию вы представляете? Меня зовут Самошкин Демид. Я представляю сеть супермаркетов Small. Это Республика Казахстан. Я генеральный директор этой сети. Расскажите, с какой целью вы приехали на выставку, найти новые знакомства, поделиться опытом? На выставку мы приезжаем ежегодно. Единственное, пандемия внесла кое-какие коррективы. Нас не было полтора года. Основная задача – это найти новых поставщиков, прямые контракты с российскими производителями, с зарубежными производителями. И вторая большая задача – это поделиться опытом с российскими коллегами и, соответственно, узнать, какие новшества, что происходит на рынке ритейла в России, сравнить это с Казахстаном и подчеркнуть для себя какие-то новые идеи, новые знакомства. Соответственно, наверное, вот это вот две основные задачи. Остальные – посмотреть, как вообще увидеть Москву. Давно не были. Красивый город. Спасибо большое. Расскажите немного о своем супермаркете. Как широко представлены, в каких городах? Сеть супермаркетов Small представлена в 11 городах Казахстана. Мы являемся самой крупной сетью по количеству торговых точек. Это 96 на сегодняшний день. Товарооборот сети более 600 миллионов долларов годовой. И сеть является самой зрелой на территории Казахстана, потому что нам в этом году будет 22 года. Развивалась сеть с одного супермаркета и доросли мы до 96 в 11 городах Казахстана. Вот в двух словах. Также сеть имеет свой автопарк машин, собственные 4 РЦ. Машины пятитонники, это для внутренней доставки внутри города, и междугородняя доставка, это большие ДАФы, Вольво, как они называются, фуры, которыми мы доставляем товар со всего мира. Но основной, конечно, наш поставщик – это Российская Федерация. Еще хотелось бы сказать нашим зрителям, что статью о вашей компании, о ваших супермаркетах можно прочитать на нашем сайте retail.ru. Да, буквально недавно вышла статья, называется она «Самый большой смол». Мы открыли гипермаркет 5500, в котором применили все новые идеи, которые были нами где-то, мы увидели это на выставке Еврошоп в Германии, в России. И основная, скажем так, в кавычках, фишка этого супермаркета – это упор на гастрономизацию, то есть на собственное производство, кулинария, фастфуд и самообслуживание. Статья так и называется «Самый большой смол в Казахстане». Можете посмотреть, там все написано. Есть даже короткий видеоролик 4-минутный, где покажет нас новый супермаркет, где мы немножко хвастаемся и показываем, что мы, чего мы достигли и что умеем. Да. Мы вас ждем на следующей выставке. Надеюсь, вы приедете и побьете рекорд в 100 торговых точек. Я надеюсь, что ваши планы и на этом не остановятся. Может быть, у вас уже сейчас есть какие-то идеи на следующий год, которыми хотите поделиться с нами? Основная идея – это вступить в коллаборацию с торговыми сетями России в плане движения товарно-денежных отношений. Обмен собственной торговой марки, я пока не буду называть крупную сеть, с которой мы сегодня договорились, это подписан контракт с федеральной сетью, обмен именно хороший тот товар, который присутствует на рынке Казахстана, и наша торговая марка, собственная торговая марка. Обмен технологиями, обмен товаром, это, я думаю, что на следующий год мы перейдем определенную черту и пойдем уже дальше не только товары, еще и обмен технологиями, информационными, новыми, скажем так, программами, которые сейчас в век цифровизации очень важны для рынка ритейла. Я это скажу, надеюсь, в следующем году, когда вы будете брать у меня интервью. Мы тоже на это очень надеемся. Друзья, ProDexpo 2021, налаживание контактов. Я думаю, что наконец-то наша индустрия проснется и все больше и больше будет подписано взаимовыгодных контрактов. Да, спасибо большое, всем здоровья, пусть все будут здоровы, а остальное, я думаю, профессионалы они сделают. И будем сотрудничать с Российской Федерацией и с сетями. Спасибо большое. Спасибо вам.